Телескоп уже поставили? Ну, телескоп приехал, да. Его еще пока не ставили. Пензель хранит. Да. Понятно. То есть тогда у нас, в принципе, здесь практически все. Да, то есть все практически готово. К концу мая на базе бывшей станции юных техников заработает новый центр молодежного инновационного технического творчества. Обсудить оставшиеся организационные вопросы собрались представители администрации и департамента образования. Сейчас ремонт практически завершен и остались лишь последние штрихи. Мы переходим от обучения детей традиционным методом обработки. Это лобзик, рубанок, станки универсальные. А переводим детей на обработку с помощью цифры. Ребенок здесь будет заниматься творчеством, а не механической работой. Пробудить интерес молодежи к проектированию, моделированию и изготовлению деталей на высокотехнологичном оборудовании, показать процесс изнутри – основная задача Центра инновационного творчества. Здесь каждый экспонат можно будет потрогать. То есть это своего рода представление о тех или иных физических свойствах. Затем, зайдя уже в экспериментальную лабораторию и посмотреть, вот как эти, в кавычках, игрушки, можно или свойства, которые лежат в основании каждой игрушки, можно использовать уже в сложных 3D-принтерах, 3D-сканерах, в обрабатывающих центрах. Планируется, что к концу месяца заработает экспериментариум. Для его открытия уже все готово, а в полном объеме оборудование поступит к концу июня. Ирина Герасимова, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный».